Курортная Одесса попала в желтую зону. С понедельника тут вернули старые правила адаптивного карантина. Одно из них касается общественного транспорта. Теперь перевозить людей больше, чем количество мест для сидений, запрещено. А также введен строгий масочный режим. Усилить карантинные меры – это вынужденное решение в связи с повышением уровня заболеваемости COVID-19. И пусть требования действовали и раньше, но перевозчики и пассажиры всего лишь делали вид, что их соблюдают. Накануне руководство города восприняло цвет карантинной зоны как желтую карточку. Транспортники и их клиенты снова предупреждены – без масок и стоя никто никуда не поедет. Раньше были все в масках, последнее время вы сами знаете. Ослабление пошло. Да нет, но мы ж в Одессе. Ну, по-моему, ответ очевиден. Ну, реально, вот все маршрутки, все троллейбусы, реально все без масок. Несоблюдение масочного режима не единственная проблема одесситов. Переполненные маршрутки и троллейбусы ездят по всему городу. Местные жители утверждают, что так было всегда. Мол, доехать-то нужно как можно быстрее, а ограничениями можно пренебречь. Ну, маршрутки как бы ходят как обычно. И там, чтобы они были, ну, заполнены, как требуется, этого нет. Они всегда чуть больше людей. Я не сажусь никогда в переполненную, но вижу, что постоянно. Ну, есть такое, да. Маски в сумке и в кармане – это типичная отговорка людей, которые в общественном транспорте находятся без средств защиты. Даже несмотря на то, что они осведомлены о новом желтом статусе Одессы. Бывает на шее, бывает без, бывает с, ну, как угодно может быть. Так вы без маски сейчас? Скажите, почему? Ведь она мне в этом самом... В кармане? Да. А знаете вы вообще, что Одесса сейчас желтая? Девушка, не снимайте, пожалуйста. Я просто вам задаю вопрос, знаете ли вы о том, что Одесса в желтой зоне? Знаю, знаю. Штраф за нарушение правил карантина – 17 тысяч гривен. На днях водителя маршрутного такси уже наказали гривной, но его коллеги не торопятся делать выводы. Некоторые надевают маску только при виде камеры, а остальные заменяют маску рукой, лишь бы прикрыться. Это мое личное решение – в маске ходить или без. Почему водитель без маски? Трамвай сними! Здравствуйте, знаете ли вы о мерах карантина в Одессе? Можете открыть? Я не буду. Почему? Почему вы без маски сейчас? Она где-то просто рядом. Просто она спала. Напомним, в связи с усилением карантинных мер с понедельника в общественных местах можно находиться только в медицинских масках. В кинотеатрах можно продавать билеты только на половину мест в зале. А посещение заведений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста, запрещено. Кристина Черновалова, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».